Всем приветики. Вот иногда такое случается, что когда качаешь игру в стиме, она не может долго установиться. Вот, например, я качал Rust, появилась такая полосочка, сначала она выделяла место, очень долго выделяла, где-то полчаса. Потом скачала игру, 800 метров, оно как бы быстро скачало, при скорости 3 мегабайта в секунду. Потом еще где-то полчаса распаковывала. А потом эта полоска, когда распаковка закончилась, она перешла в ноль и уже началась установка. И здесь писала там сколько-то дней вообще. И что в таких случаях делать? Просто переходите в библиотеку, удаляете игру. И когда она удалилась, просто... Потом в магазине устанавливать ее заново. И после этого у вас не будет никаких проблем, потому что когда обычно возникает проблема с установкой, распаковкой, и она долго не может ничего сделать, то проще удалить и установить заново. Потому что там, значит, что-то, какие-то косяки такое бывает у меня, когда такое случается, я удаляю, устанавливаю заново, и все хорошо работает. Вот, как-то так. На этом все, всем покедова.